играть, они уже звучали на открытых студиях. Вот, с новой установкой мне очень нравится здесь играть. Песня называется «Возвращение». Так и жить лень, судьбу свою, только подстрелять тебя где-то на краю. Мы напились из ручья и пошли домой. Я ничей, не ты ничья, да и дом чужой. Долго шли ночи при свете свечи, за руки держась, не боясь упасть, чтоб огонь не потух и путь освещал. Пели песни вслух, заглушая печаль.
путеводная твоя звезда, но сколько не собирай. Слово вечность из этого грязного льда, ты будешь вечно в пути, не зная ни отдыха, ни сна, ведь из этой грязи можно собрать только слово «война» и только солнечный ветер. Не греет, но светит, принося надежду на лучшие времена, когда станет тепло, когда вырастут дети, все, что только из книжек, узнают слово «война», слово «война», всего лишь слово «война», пустое слово «война». Что такое война? Спасибо. Следующая песня звучала также на открытых студиях. Она звучала даже в двух ипостасях. Колыбельная. Ушла на небо, в том краю раньше, и кто из нас не был, но мы верим, что однажды тоже будем там. Кошка шлёт с дождями приветы, мы регулярно ей пишем ответы, почтальон проверяет сны по четвергам. Всем довольна, только очень скучаю по тебе. Домой, малыш, она очень скучает, ведь она в тебе кошачьей души не чает, и все вспоминает ваши игры на земле. Солдатиков клеишь и очень не любит, когда ты ночью не спишь. Вечной весны.
Спи, мой малыш, не расстраивай кошку, она звездочкой мигнет в твое окошко и пришлет тебе самые лучшие сны. Они сделали замечательную свою версию, за что им большое спасибо. Ну не плачь, нам нужно лететь.
отшло, в 88 году его не стало. На самом деле, эти даты, они все время, вчера, сейчас, в 68 году, там, день рождения, не помню еще, десятки людей, которые что-то изменили у нас к лучшему, и которых с нами нет. Я думаю, что очень важно, чтобы эти песни звучали, и очень важно, чтобы они звучали не только по особенным датам, которые, в общем, вот как я сказал, каждый день, на самом деле, можно поискать, и вот, надо все время помнить, любить, претворять в жизни. Дети подземелья рисовали солнце, и небо было цвета черного хлеба, и солнце было круглым, как дно колодца. Дети подземелья играли в прятки тех, кого находили, продолжали жить дальше и вновь убегали в темноту без оглядки, в поисках места без света и фальши. Дети подземелья верили в Бога и пытаясь спасти свои темные души, спотыкаясь на ощупь, искали дорогу, что спускается вниз все глубже и глубже. Дети подземелья мечтали о счастье, они рисовали на стенах мелом, а мел крошился и ломался на части. Дети подземелья рисовали небо, дети подземелья рисовали солнце, дети подземелья рисовали небо. Спасибо. До свидания, заключительная песня. Обычно не играем театром, потому что это почти эксперименты. Посыплют соль на раны, все только ждут весну, и мало кто поймет,
поймет, что это было. Спаси мне через снег, спаси мне через лед, спаси мне через снег, спаси мне через лед. И кровь в реке застыла, чтобы растаять вновь. Время, я сыграл бы эту песню с начала до конца. Вот. Это последний куплет. Вот. Просто не пошла песня, но я ее очень люблю, она достаточно новая. Вот. Если время останется, я слышу на земле, еще ее сыграю. Спасибо. Если вдруг кому-то интересно, меня зовут Владимир Шейнин, можно найти мою группу ВКонтакте. Дружиться, приходить на концерт. Спасибо большое. Владимир Шейнин. Ну да, бывает, что слова вылетают, поэтому некоторые берут с собой бумажки, чтобы Анна Псурцева должна приглашать. Всякое бывает. Так, а где здесь гитарь включить? Зеленый шнур. Сергей Елисеев может помочь, если что. Зеленый. Перерезать зеленый шнур взрыва, эмоций не произойдет. Так. После Анны Псурцевой у нас выступит последний заявленный на сегодня участник, это Константин Тимофеев.